Так, ребята, только что купили еще одно средство для полировки хрома и металла. Вот так оно выглядит. Они все запечатаны. Тут я, может, грамулечку взял для показа. 5 штук только осталось. Как оно работает? Берем чистую тряпку. И меня парень спрашивал, работает ли оно на хромированных корпусах часов. Вот это черное, наверное, уже не будет оттираться, потому что это уже, скорее всего, нарушение. Смотрим на тряпочку. Видите, что происходит? Ну, помимо, конечно же, грязи. Хороший результат. Вот если сравнить, например, с вот этой частью. И в начале видео я показал. И, кстати, вот чернота это уходит. Это войлочная тряпка. Вот посмотрите, сколько осталось. Средство немецкое. Повторюсь, оно недорогое. 100 гривен. 5 осталось тюбиков. Для чистки, полировки и защиты от атмосферных осадков, защитно-декоративных покрытий, металлических частей автомобиля, изделий из цветных металлов. Препарат нанести равномерно. Ту-ту-ту-ту-ту. А было их, вот ГДР. А было их, ребята, штук, наверное, 35. Все забрали. Ну вот хороший результат, смотрите. Четенько, все, блеск. Дальше, вот я почистил ложку. Была вообще убитая в хлам. Вот мы ее сейчас... Смотрите, перевернем. Она тоже, скорее всего, никелирована. Немного хромирована. Берем чистую нашу тряпочку. Вот результат. Ну, понятно, что часть хрома, никеля, уже, скорее всего, никеля, оно уже утратило, но все же то, что можно восстановить, мы восстанавливаем. Вот такой блеск. Зажигалочка. Вот такая. Значит, какую-то часть я уже тут обработал. Не помню, по-моему, или эту часть. По-моему, вот эту она блестит очень сильно. Ну, в принципе, вот смотрите. Кстати, царапины тоже очень хорошо зачищает. И что самое... Главное, что вы не прибегаете к механике, то есть не нужно ее полировать большими оборотами счета каких-то. Ну, тоже вот на тряпочке такие заметные следы грязи. Ну, вот как-то так, ребятки. Думайте, решайте, заказывайте.